Вітаю всіх прихильників спорту на каналі «Відкритий» програми «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу СРСР з вітрильного спорту, тренер Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, старший тренер збірної України у класі ФІН Валерій Гусенко. Валерію Григорьовичу, вітаю. Розкажіть про свою історію, як ви потрапили у вітрильний спорт. Це було так давно. Я жив на вулиці Овражной, на набережной Победы, сейчас она называется. Тогда не было набережной как таковой. Вода подходила прямо вот к нашей улице. Вот. И были водные станции, их было много очень, этих водных станций, именно в этом районе, где мы проживали. Это район канатной дороги подвесной. И наш сосед закончил техникум физкультуры по плаванию, Владимир Иванович Карауш. Ну и пригласил всех ребят, которые на Вражной жили. Говорит, я вас буду тренировать плаванию. Ну вот мы ходили на плавание, то на водную станцию «Спартак». И как-то однажды я шел с тренировки мимо «Локомотива», это рядом водные станции находились. И старшие ребята говорят мне, был хороший ветер такой, я посмотрел на них, они остановился, они говорят, хочешь на яхте пройтись? Я говорю, так я же не умею туда сесть. Да давай, сейчас мы тебя подтолкнем, если получится, значит, будешь заниматься парусным спортом. И вот они меня оттолкнули, был такой класс «Олимпик», маленькая яхта. Они меня оттолкнули и говорят, я до Комсомольска и обратно вернешься. Ну, я так... Это же вам было 10 років? Да, на эмоциях. И так получилось, крутил поворот, подошел, даже к Бону спокойно подошел. И после этого начал заниматься парусным спортом. То есть сразу, відразу сподобалось? Да, мне понравилось это. Дело в том, что у меня потомственные моряки, и дедушка, и отец был моряком. И оно, видно, гены передались, и вот получилось так, что стал яхтсменом. А, до речи, ваш перший тренер у плавания, він був и першим тренером у вітрильному спорту? Нет, першим тренером у меня в вітрильному спорті був Федор Михайлович Олейник. Он был директором водной станции «Локомотив». Вот, и тогда там стояла вышка 10-метровая, 50-метровый бассейн, и там всегда и вокруг бассейна стояли яхты. И такой был порядок, что там висела рында такая большая, с корабля. И к этой рынде никто не имел права подойти, кроме Федора Михайловича Олейника. И вот как только ветер, он подходил к рынде, этой молотком бил по рынде, было так громко на весь Днепр, и все яхты скучковались, как бы приходили к нему туда, и он говорил, вот я и на Комсомольском острове, там вот дерево такое-то, это стартовая линия, и первый черный буй возле Греса. И обратно, кто первым финиширует. Вот такие бы, яхт было много, весь Днепр был заполнен белыми парусами. Это не то, что сейчас. И это были яхты какого класса? Разные были классы. И финны были, олимпы были, ерши были, эмки были. Нет, разные классы. Разные классы. Для каждого класса давался отдельный старт. А коли ви вже освоїли летючий голландець? Ні, до летучого голландця я получилось так, що на локомотиві були старі лодки, яхти, і мені предложили на водній станції ДОСАВ. Там був женський екіпаж, і мене вторим екіпажем туди, як молодого, посадили. И я на этой лодке не совсем мало походил. И меня это был какой класс? М. Класс М, да. И меня пригласил на водную станцию ДЗМО Калина Евгений Иванович. Вот. Он стал в 60-м году чемпионом Советского Союза. И мне предложил, сам перетел на летучий голландец, а мне предложил класс М, на который он стал чемпионом Советского Союза. И я в 61-м году поехал первый раз на чемпионат Украины в Никополь. И занял там 4-е место среди юношей. А в 62-м году в Запорожье я уже занял 1-е место среди также юношей. Это для меня был самый такой высокий тогда на то время результат. Помню, мне дали настольные часы круглые такие. И это был такой
Така пам'ять була, то на всю жизнь запомнилась. Мабуть, після перших таких крупних стартів ви вже зрозуміли, що спорт – це ваше, так? Чи? Ну, да. А потім, як я сел на літучий голландець, пересел, вірні, на літучий голландець, в 63-му году я поїхав в Черкаси на чемпіонат України, і в першій гонці у мене сломалась мачта. А екіпаж літучого голландця не приїхав Шкотова і рульового. І мені Каліна сказав, говорить, що давай пересаджуйся срочно на літучий голландець. Я пересел на летучий голландец и тогда занял второе место среди юношей, потому что мне одной гонки не хватало. Без одной гонки был вторым я. Первым был киевлянин Яменко Владимир. Мы по сей день дружим с ним. Тобто випадково ви пересіли на літучий голландець. А всі ваші такі великі успіхи пов'язані з летючим голландцем. От розкажіть про ваші досягнення. Ну, я 16 раз был чемпионом Украины. Один раз так получилось, что я был дважды чемпионом Украины, хотя в парусном спорте это редкость. Дело в том, что я на летучем голландце выиграл чемпионат Украины в Севастополе. Был чемпионат в олимпийских классах яхт. А в неолимпийских классах яхт в классе М проходил в Никополе в сентябре. И мне Лев Николаевич Дорофеев предложил, говорит, хочешь поехать со мной? У меня Шкотова нет, поедешь со мной Шкотовым на спинакер. Я говорю, ну, с удовольствием поеду. И мы тогда, я получилось, дважды стал чемпионом Украины. Вот, я выигрывал 5 раз Кубок СССР. Трижды был призером спартакиады народов СССР на летучем голландце. У меня были, так получилось, сложилось в жизни, что у меня был Шкотовый, Валера Зубанов. И его призвали в армию, и в ЦСКА ВМФ. А у Леонтьева, это мой главный потом был соперник, у него не было Шкотова. И Зубанов остался там потом, после службы, срочной службы, остался служить, продолжать службу свою. Вот. А мне пришлось менять Шкотова, искать к себе партнера. Вот. И у меня, я их поменял очень много ребят. И с Прасулой у нас было достижение такое. Николай Прасула у меня был Шкотовым. Мы с ним выиграли в 1974 году отбор на чемпионат мира в Англию. Вот. С такими трудностями мы туда поехали, ему визу не открывали. Потом решили этот вопрос. И после этого, перед Олимпиадой в 1976 году, началась, ну, как бы вам сказать, интрига между мной и Леонтьевым. Почему? Потому что Леонтьев начал мне проигрывать в некоторых регатах. И Прасвелле сказали, хочешь вот поехать на Олимпийские игры, вот с Леонтьевым мы Зубанова выгоним, а тебя возьмем. И он, ну, тобто ви готували напарників, да, для, да, для Леонтьева. Да, да, да. И получилось так, что они обманули Прасвеллу, а мне выхода другого не было. В Таллине заканчивал службу Владимир Груздев. Парень баскетбольного, баскетболист сам, 1,92 м рост, такой парень координирован был. Я подхожу к нему и говорю, хочешь со мной гоняться? Он говорит, с удовольствием. Я говорю, ну поехали в Днепропетровск. И вот он приехал в Днепропетровск, и после этого у меня с ним были уже, ну, довольно такие высокие результаты. Мы выиграли отбор на Олимпийские игры с ним. В 1979 году мы были на предолимпийской неделе в Таллине третьими, а наш соперник Леонтьев был только 9-м. Потом у нас отбор был во Франции, мы у него выиграли там, но решением тренерского совета, так как там были всем в основном москвичи, вот, и приняли решение, что на Олимпийские игры поедет Леонтьев, в связи с тем, что якобы он более опытный. А то, что он мне все проиграл, получилось, что я не поехал на Олимпиаду. Так и надали вам шансу, вы, да, 10 років... Я был трижды кандидатом в олимпийскую команду. Первый раз, это в 76-м году, я должен был ехать на Олимпиаду, но я поступал в институт физкультуры, и вместо меня поехал мой Шкотовый Груздев. 10 років ви потрапляли до складу олімпійської збірної, да, СРСР, пройшли відбір на Олімпійські ігри там, і 76-80-го, да, років, проте туди не потрапили. А от коли зрозуміли, що будете тренером? В 80-му году, коли я не попав на Олімпійські ігри, мене пригласив, вірніше, так вийшло, що зі мною поїхав членом КНГ
збірної команди СССР, ректор нашого інституту Шаповалов Віктор Павлович. И там была Черноморская регата проходила, и после последней гонки он мне говорит: «Валера, ты что, всю жизнь будешь гоняться за ветром?» Я говорю: «Да ну как-то ж буду тренером работать. Давай я тебя возьму в институт физкультуры, работать, а под тебя откроем отделение парусного спорта». Я говорю: «Вы представляете, что это такое? Это нужно открыть детскую спортивную школу, приобрести материальную часть, машину для транспортировки, яхту, большую крейсерскую яхту для морской практики и так далее». Он говорит: «Я тебе все выполню, все твои, то, что ты просишь». И он действительно выполнил все то, что я говорил, нужно сделать для развития парусного спорта. Вот. Было открыто отделение детской спортивной школы при правкоме Института физкультуры, было приобретено очень большое количество яхт. Катер тренерский был, яхта крейсерская была, микроавтобус был приобретен для перевозки яхт, чтобы спортсмены института. И мы выпустили большую плеяду тренеров. Но так получилось в жизни, что зарплаты маленькие у тренеров начинающих, и мало кто остался работать на тренерской работе по парусному спорту. Дело в том, что парусный спорт, он связан с материальной частью. Материальная часть очень дорогая. И если раньше у нас в Днепропетровской области работало 27 тренеров и 15 баз культивировали парусный спорт, то на сегодняшний день, благодаря школе высшего спортивного мастерства, есть отделение парусного спорта и детская спортивная школа городская, она называется грибных и водных видов спорта. И там есть отделение парусного спорта. И все. А материальной части государственной нет ни в школе, ні в одной, ні в другой. Единственное, что вот благодаря... У вас є допомога меценатів, спонсорів? Нікого у нас нет. Ми все за свої деньги покупаємо з синов'ями. Головою вітрильного обласної федерації був Олег Комар. Вот когда был Олег Комар, тогда да, тогда было приобретено три кадета, три класса 470 и класс ФИН был приобретен. Ну, на сегодня это уже все устарело. Ну, а зараз новий президент допомагає. Новий президент, да, він сьогодні купив дитячі, ну, він не такий, як Комар по фінансам, але він, несмотря на все, він купив бувше в употребленні дитячі яхточки класу «Оптиміст». Вот. І на сьогоднішній день нам повезло то, що є такий яхт-клуб «Січ» на 6-му масиві «Победа», где нам предоставили, бесплатно предоставили возможность находиться там, тренироваться. Мы в этом году провели три крупных соревнования всеукраинских. Это чемпионат Украины в классе ФИН, Олимпийский тиждень, благодаря нашему осередку Олимпийского национального комитета, в частности, директору, который нам очень помог, и с призами помог. Александр Дюбаков. Да, Дюбаков, да. И с организацией этих мероприятий. И также мы провели чемпионат Украины в России среди крейсерских яхт. Вот это были большие соревнования. И благодаря вот нашему командору яхт-клуба «Сич» Дидыку Вячеславу Степановичу, который для нас, ну, создает самые максимальные по его возможностям условия. И вообще мы планируем, у нас в планах с ним на будущее и с президентом федерации нашей ЕЦ Игорь Владимирович, чтобы для детей все-таки такой район и Победа, Сокол, Тополь и центры рядом. И мы хотим, это наши мечты, и в планах стоит о том, чтобы сделать лагерь детский, спортивный. Три месяца спокойно можно там, дети могут два раза в день тренироваться. Как только закончится строительство яхт-клуба «Сич» окончательно, сейчас там строят домики типа гостиниц, будет ресторан, блок питания, где могут спортсмены питаться там. И я думаю, что и Центр олимпийской подготовки, мы там планируем сборной команды Украины, в связи с тем, что Севастополя у нас на сегодняшний день нет. И лучшего места сегодня в Украине, лучшего яхт-клуба, чем яхт-клуб «Сич», просто сегодня не существует.
Ви підготували багато вихованців. Ймовірно, одним із головних ваших вихованців є ваш син Андрій. Є ще й молодший син, так? Розкажіть, будь ласка. Ні, Андрій – це молодший, а Олександр – старший. Розкажіть, будь ласка, про успіхи ваших дітей. Ну, Андрюша вже в цьому році став 12-кратним чемпіоном України. Я думаю, що залишилося немножко, щоб мене догнати. Вот. І старший, у нас було в цьому році два чемпіонати України в класі ФІН. Був один в Дніпропетровську, один був в Києві, де комплексний. На першому чемпіонаті України тут Андрій був першим, а Саша був третім. В Києві на чемпіонаті України. От, опять-таки, благодаря тому, що ми знаходились в їх клубі «Січ», тренувались, ми багато часу не теряли на то, щоб вийти, як було, от ми коли на Комсомольському острові наші ВСМ стояли, хоча там всі умови для нас створені. Но выход с бухты, когда особенно ветер дует восточный или западный, то сложно выходить. Мы где-то полчаса тратили на выход и на заход на место стоянки. То здесь в Сечи мы не теряем этот час, мы их тренировались. И на комплексном чемпионате Украины впервые за много лет мы привезли 3 золотых медали. Это класс ФИН, класс 470 и класс лазер-радіал. И третье место в парусной доске. Вот. А що потрібно робити, щоб бути хорошим тренером, на вашу думку? Работать, во-первых, над собой надо работать. Также расти вместе со своими спортсменами. Вот. Допустим, Андрюша и Саша, так они для меня уже... Ну, они как бы переросли меня уже в плане в том, что они уже некоторые вещи знают лучше, чем я, потому что я сейчас переключаюсь на более детский спорт, потому что замена же должна быть. Они продолжают заниматься олимпийским. Да, они, да. Андрей, до речи, завоевал лицензию? Нет, к сожалению, нет. Дело в том, что чтобы завоевать... Еще у него шансы есть? Вот в апреле месяце в Италии, в Генуе, будет одна лицензия разыграна на всю Европу. Вот. Почему? Потому что осталось там по одной лицензии на каждый континент. Вот на Европу одна лицензия. Ну, это очень сложно. Дело в том, что нет финансирования. Было бы финансирование, можно было бы и завоевать лицензию. У нас все получается. У нас яхта своя, мачта своя, парус свой, трейлер, паруса, ну, машина. Все свое. Нам никто ничего не покупает сегодня. За роки незалежної України в українських спортсменів лише одна золота нагорода, яку у класі 470 здобули дніпропетровці Євген Брасловець та Ігор Матвієнко на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. До речі, тоді бронзу також здобула дніпрянка Руслана Таран, да, разом з Оленою Пахольчик. Що можете сказати про той успіх? Діло в тому, що вони завоювали ці медалі еще на старом багаже Советского Союза. У нас была школа Советского Союза, одна из лучших в мире. Вот. Раньше мы были профессионалами, а весь мир был любителями. На сегодня все поменялось. Дело в том, что все за границей, все перешло на государственный уровень подготовки. У нас сегодня государство, ну, практически не помогает нам. Вот, мы половина ездим за границу за свои деньги, нам говорят, вот там не хватило это, не хватило то, то на паром в одну сторону, то в другую и так далее. До речі, тренер Браславця Матвієнка Віктор Володимирович Коваленко уїхав в Австралію ще у 1997 році, де підтвердив свій високий клас фахівця, здобувши на 4 олімпіадах 5 золотих нагород із чоловічими екіпажами, і з жіночими. Віктор Володимирович, на вашу думку, от як великий тренер у вітрильному спорті? Конечно, конечно. От він і доказав, є фінансування, є результат. Нет фінансування, нет результата. Я думаю, що якщо б він залишився б здесь, то і результату у нього такого б не було більше. А до речі, от розкажіть, будь ласка, чим зараз займаються Євген Брасловець та Ігор Матвієнко? Матвієнко сьогодні займається парусним бізнесом. Він закупив яхты плоту 25, проводит коммерческие гонки у нас в Днепропетровске. И
в субботу ветра не было, гонки не провели. Как бы финал, подведение итогов на протяжении июня, июля и августа месяца, сентября, они проводили коммерческие гонки. Было 32 экипажа на 8 яхт. Были разбиты по четвертьфиналам, полуфиналам, финалы. И в воскресенье была медальная гонка, так называемая, где идут двойные очки, зачисляются. Вы знаете, я посмотрел со стороны, это все наблюдал. И погода была такая, ветер был хороший, такой ажиотаж. Много пришло людей, которые к парусу никакого отношения не имели. Там занимаются дорослые или дети? Нет, в основном взрослые там гоняются, потому что, ну, это же, во-первых, платно, все нужно оплачивать. Вот. Но такой ажиотаж был, такая была конкуренция высокая, протесты были и так далее. Ну, просто вот заодно заглядение было. Это занимается Матвієнко. Брасовет занимается... А ці змагання дають пошту для того, щоб діти, молодь приходили у вітрильний спорт? Діти цих родителей, які почали займатися парусним спортом, вони почали приводити вже своїх дітей в дитячі класи яхт. Это нас уже радует, потому что они и финансово способны покупать эти детские лодки. Они не такие уж и дорогие. Вот. А Брасовет занимается чисто профессиональным спортом. Гоняется в команде, профессиональной команде «Трансбункер». Вот он там рулевым гоняется на классе «Дракон». Вот он уже был в классе «Дракон» чемпионом Европы 2 или 3 раза, стал чемпионом мира в классе «Дракон». Так что вот наши олимпийцы. А Руслана Таран, я с ней виделся сейчас, мы были, кстати, в Греции в гостях у нее. У нас там был чемпионат Европы, отбор на Олимпийские игры. Вот. Она занимается сегодня тренерской работой, работает с иностранными спортсменами. В последнее время она работала с японцами. До речі, ви сказали, однією з головних проблем зараз в українському спорті, у вітрильному спорті, зокрема, є дуже мале фінансування спорту, спортивної галузі. А от що потрібно робити, щоб меценатів, спонсорів, людей, які живуть спорту, які готові допомагати спорту, щоб їх було більше і допомога спортсменам, федераціям, клубам спортивним, ДЮСШ збільшувалось. От що потрібно, на вашу думку, робити в цьому напрямку? Я думаю, що потрібен закон, який би дозволяв цим меценатам допомагати, щоб вони знали, куди вони вкладають ці гроші. Не в воздух или куда-то, а вкладывали именно в какую-то федерацию. Вот в Польше, там же очередь стоит для сборной команды, на каждый вид спорта стоит очередь меценатов, чтобы быть спонсорами. Это престижно очень. А у нас же, ну, все ж непонятно как и куда. Поэтому нет смысла им заниматься сегодня. Это только нелегально могут помогать. Лично вот я вот Комара тогда встретил, переговорил с ним. Ему это было интересно. И он свои деньги вкладывал в парусный спорт. Ему говорили, зачем и так далее. Он говорит, я для детей вкладываю. Ну, у кого... Бывает навіть навпаки, коли бачать, що людина вкладає в спорт, значить, в нього є гроші, так, треба ще його перевірити та податками, да, так? Да, да, да. Ну, от, примеру, взяти того ж нашого комодора Дідика Вячеслава Степановича, комодора яхт-клуба «Січ». Он за то, чтобы здесь дети бесплатно, он готов предоставить, ну, все, что у него и какие есть возможности, предоставить, чтобы только дети занимались парусным спортом. Он был раньше далекий от парусного спорта, не понимал, что это такое. Но когда он увидел этих деток, как они там, эти 6-летние, 8-летние детки, там их переворачиваются, поднимаются, ветер, дождь. И они с удовольствием, никто же не уходит, а занимаются. Кстати, у нас в парусном спорте дети очень редко болеют когда. Потому что все время на свежем воздухе, вода. Не зря говорят, солнце, вода – наши лучшие друзья.
Закалка. Так, звісно. А от окрім вітрильного спорту, от дивитесь якісь трансляції, полюбляєте якісь другі види спорту, може займаєтесь яким видом спорту? Ні, я сам же ж ще ганявся по ветеранам, от я в 16-му году. Про ветеранів я зараз запитаю. Да. Вот. Про інші види спорту? Ні, я люблю, наблюдаю. Лігу чемпіонів, дивитеся, футбол? Ні, я футбол не дуже люблю, я вам чесно скажу, хоч ви любите свій футбол, ну, у кожного є своє. Я люблю смотреть плавання, люблю смотреть легку атлетику, люблю смотреть парусні гонки. От то, що мені ближе, то я греблю люблю смотреть, где вот эмоционально. Водні види спорту, мені ближче, поэтому. І ви, до речі, от кілька років тому повернулися знову на змагання, ну, тобто вийшли на старти. От розкажіть, будь ласка, як у всьому світі, в Україні, зокрема, розвивається ветеранський спорт? Я знаю, що у вас теж є великі досягнення, вже є і перші місця, так, і перемоги. Ні, вторим. Я був дважды вторым. Получилась какая ситуация. В 16-м году в Одессе проводили мы соревнования в классе ФИН. У нас очень сильная ассоциация класса ФИН. Проводили ассоциацию, и как-то мы за обеденным столом сидели, разговаривали. И одесситы мне говорят: Григорьевич, а что тебе не попробовать поехать с нами на чемпионат мира среди ветеранов категории легенда и так далее? Я говорю, так это же надо финансовые затраты и так далее. Они мне сказали, мы тебе поможем, только ты поедь с нами. Ну, я начал тренироваться, начал готовиться, ходил в тренажерный зал, концепт таскать там, и велосипед крутить, и, ну, в общем, подготовился и поехал с ними в Италию на озеро Гарда, и где проходил чемпионат. Еще вас вот привабило в этом снова спортивный змагальный дух? Конечно, он всегда присутствует. И я когда, я сейчас расскажу о чемпионате мира, а дух там очень сильный ветер, до 30 узлов. А в день было две гонки проходило. Для меня это было, конечно, очень тяжело. Вот. Со мной были два сына. Они мне помогали настолько, ну, здорово, и на воде мне помогали, поддерживали меня морально. Я когда приходил, ну, к берегу подходил, они эту лодку брали, я говорю, заберите ее. Я еле вылазил с этой лодки. Ну, очень тяжело было. Это так кажется, что там парусный спорт, это легкий вид спорта, там очень тяжело было. Вот. И в 18-м году в Испании, Эль-Балис, это 30 километров от Барселоны, был чемпионат мира, проходил. Участвовало 420 лодок по категориям. И в категории легенда я занял также второе место, как и в 16-м году. Вот до первого места мне вот. Вы знаете, я был в сборной Союза и вечно был вторым. И мне говорили, вот вечно второй. И все как-то по жизни так идет и здесь. А, до речі, змагання у вітрильному спорті серед ветеранів 45 або 35? Нет, у нас 40-50, 50-60, 60-70, 70 и выше. Тобто у вас зараз 70 и выше, как говорят? Да. Ну, называется легенда. І на завершення програми ваші побажання діючим спортсменам, а також тим юнакам, молоді, які тільки роблять свої перші кроки у спорті. От ви знаєте, я зараз працюю, ну, мене попросили батьки, щоб я поработав з маленькими дітьми, 12-летними ребятами. І ви знаєте, я отримую таке наслаждення сьогодні. Вони, во-первых, ну, хватают каждое твое слово и выполняют, вот что интересно, выполняют. Вот у меня есть такой мальчик Артем Олейник, которому 12 лет, и он, никто ему никогда не рассказывал то, что, ну, элементарные вещи, и он моментально их выполняет. Вот что меня удивляет, я каждый день с ним хожу на воду, и он все это ловит на ходу. Природная хватка. Да, дело в том, что у него дедушка был тоже яхтсменом. Вот. И что я хочу пожелать? Любой труд и упорство всегда перетрут. Поэтому я им всегда говорю, ребята, надо трудиться. И результат всегда придет. Дякую за те, що прийшли к нам на програму, за щирі відповіді. Спасибо. І на завершення програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!